Всем привет! Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что решение об уходе от тренера Этери Тутберидзе стало самым сложным в ее жизни. Теперь Медведева будет тренироваться под руководством Брайана Ортера в США. Это был мой выбор, самый трудный выбор в своей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего. Просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь, чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом, рассказала Медведева.